Конституции не будет пункта, запрещающего чиновникам и депутатам иметь зарубежную недвижимость. А как заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишес, таких поправок не было, они не обсуждались, нет таких предложений в готовящемся для президента докладе по поправкам законодательства, не вошедшем в Конституцию. Между тем, ранее ведомости сообщили, что поправки о запрете зарубежной недвижимости внесли депутаты Николай Арефьев, КПРФ, и единорос Константин Слыщенко. Последний подтвердил Бизнес-ФМ, что предлагал такие поправки по инициативе его избирателей из профсоюзов Камчатки, хотя сам Слыщенко подобные запретительные меры не одобряет. Я бывший предприниматель, и по большому счету я как предприниматель понимаю прекрасно, что бывают случаи, когда недвижимость за границей приобретена законно и легально. И то, что я направил поправки, это говорит только о том, что я выполнил волю своих избирателей и перенаправил их предложение в комитет, который занимался рассмотрением поправок. Этот комитет при Госдуме, который возглавляет Крашенинников. Но вот, если честно, сам я придерживаюсь немножко иного мнение, потому что я считаю, что не всегда нужно рассматривать наличие недвижимости за границей как какой-то фактор, который является не коррупционным проявлением, запрещающим, заградительным. Когда рассматривались данные поправки, я думаю, там также рассуждали точно, как и я, и само собой их отклонили. Константин Слыщенко подчеркнул, что не намерен инициировать впоследствии принятия соответствующего федерального закона, поскольку не поддерживает данную запретительную меру. Согласно прошлогодним декларациям, недвижимость за границей была зафиксирована в пользовании или собственности у 9 российских сенаторов из 170. У главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишеса жилой дом в Швейцарии площадью более 400 квадратных метров. Сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Коноков указал общежитие в Великобритании. В пользовании ребенка Тамбовского сенатора Александра Бабакова квартира в Бельгии 250 квадратных метров. У сенатора от Удмуртии Любови Глебовой земля под застройку жилыми многоэтажками и жилой дом в Германии. Также в прошлогодних декларациях зарубежную недвижимость указали 22 депутата Госдумы. Единорос Александр Ярошук – дом в Белоруссии. Недвижимость в Испании у Справороса Вадима Белоусова, фигурант уголовного дела о взятке. У единороса Аркадия Пономарева – 3 квартиры в Испании. Также в числе единороссов, задекларировавших испанскую недвижимость, Андрей Барышев и Константин Затулин. Ряд депутатов указали в декларациях сведения о недвижимости в Болгарии, Великобритании, Латвии, Финляндии, Франции, Италии, Черногории и в других странах. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя отказ от поправок о запрете зарубежной недвижимости для высших чиновников и депутатов, отметил, что у многих его коллег есть недвижимость в странах СНГ, которая досталась им по наследству. Она отражена в обязательных для чиновников декларациях. Крашенинников добавил, что не понимает, почему парламентариям нужно отказываться от нее. Голосование за обновленную Конституцию пройдет как праздник. Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию и поддержал идею о проведении голосования по поправкам в будний день, который будет объявлен нерабочим, но при этом не за счет праздников или выходных. Отрабатывать его потом россиянам не придется. На какие еще прозвучавшие предложения стоит обратить внимание? В комментарии Георгия Буфта. Количество уже оформленных предложений по поводу того, где и как еще можно улучшить Конституцию, стремительно приближается к 1500. И некоторые из них, судя по всему, добавятся к тем предложениям, которые 15 января выдвинул сам президент. Так что в конце процесса нас ждет, если не новая Конституция, то сильно обновленная. Любопытно при этом, что соответствующий законопроект на более чем 30 страниц по-прежнему в своем названии говорит лишь об одной поправке. Почему? Потому что таково формальное требование закона о порядке внесения поправок в Конституцию. Они могут вноситься только по одной. Из того, что уже стало известно, стоит упомянуть предложение увеличить квоту назначаемых президентом сенаторов не от регионов с 17 до 30 человек, с введением пожизненного сенаторства для части из них с правом бывшим президентом становиться таковыми. Кто станет первым таким сенатором, Путин или все же Медведев? Будет также внесено положение о парламентском контроле, в том числе право направлять запросы в госорганы и органы местного самоуправления. К ведению Совета Федерации предлагается отнести заслушивание ежегодных докладов генпрокурора, а Думе будет вменено Конституцией заслушивать отчеты Центрального банка, а также назначать и отстранять зампредседателя Счетной палаты. Должность председателя будет в компетенции Совета Федерации. Оба будут назначаться, впрочем, по
представлению президента. Уже на заседании рабочей группы президент согласился с предложением включить в Конституцию положение об индексации зарплаты. В то же время относительно некоторых, условно декларативных или излишне пафосных предложений, Путин либо дал уклончивый ответ, что означает скорее нет, чем да, либо однозначно выразил скептическое свое отношение. Так он не поддержал предложение закрепить в преамбуле в Конституции статус России как державы-победительницы. Кстати, насчет преамбулы. Были предложения включить туда еще и упоминание Бога, а также сказать нечто о государственно образующей роли русского народа. Окончательной ясности пока нет. Возможно, оба вопроса решили просто замять для этой самой ясности. Однако в отношении преамбулы вообще-то действует особый порядок внесения поправок, как и в отношении первой и второй главы основного закона, что, впрочем, не оказалось непреодолимым препятствием для внесения нужных положений. К тому же война, чисто теоретически и не дай бог, может ведь еще случиться и новое, уже при этой Конституции. Самое же главное, что та интрига, которая возникла еще во время первого оглашения поправок к Конституции, так и осталась пока не раскрытой. Вернее, интриги даже две. Первая состоит в том, что по-прежнему непонятно, почему столь существенные поправки вдруг решено принимать в достаточно спешном порядке именно теперь, задолго до окончания срока правления Путина. На днях агентство Bloomberg выдвинуло версию, которая была озвучена бизнес-ФМ еще 22 января. Нынешние поправки стали реакцией на провал планов объединения с Белоруссией ввиду неуступчивости Лукашенко. Подтверждений или опровержений этой версии пока нет, но их нет, скорее всего, потому, что сохраняется и даже усиливается вторая интрига, куда более важная. Она состоит в том, что пока совершенно не ясно, каковым конкретно будет место самого Владимира Путина в создаваемой системе власти. А еще можно напомнить, что в прошлом году первые прозвучавшие от представителей власти предложения изменить Конституцию были связаны с системой местного самоуправления. Как-то, дескать, она не так вписывается в нашу жизнь. И вот как не парадоксально, именно с местным самоуправлением сейчас не больше ясности, чем с будущим Госсоветом, полномочия которого в поправках никак не прописаны. Так что все-таки Конституцию решили править отнюдь не из-за местного самоуправления. Вот тут уж точно никакой интриги нет. Инициированная Владимиром Путиным конституционная реформа и внесенные им на этот счет предложения, конкретные в Госдуму, вызвали вал комментариев в зарубежной прессе. Ну, в общем-то, выделяют основные такие символические поправки и комментарии похожие. Поэтому я выбрал публикацию московского корреспондента французской газеты «Le Monde» Бенуа Виткина, который пишет вот что. Одной из наиболее поразительных поправок является, несомненно, появление упоминания о Боге в конституционном тексте, который оставался нетронутым с момента его разработки в 1993 году, комментирует журналист. В статье «Будущая версия Конституции» должно указываться, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. В статье 14 Конституции 1993 года указывал, что Российская Федерация является светским государством, напоминает Монти, пытается найти в этом противоречие. Указывает также, что в этой статье, в этой же самой, предлагается отметить, что Россия является правопреемницей Советского Союза на своей территории. Президентские поправки также предусматривают включение в Конституцию определения брака как союза мужчины и женщины и подтверждают, что семьи, материнство, отцовство и дети должны защищаться государством. В прошлом, отмечает Монт, Путин уже упоминал о запрете на однополые браки. Ну, что касается вопроса об идентичности, вот также уточняется, что русский народ является государствообразующим. Однако будущим основным законом гарантируется право других народов Российской Федерации говорить на их языке, передает Виткин. Есть положение, запрещающее отчуждение российской территории, что должно в конечном итоге предоставить новые законодательные инструменты для борьбы с теми, кто отказывается признавать аннексию Крыма в 2014 году, особенно на самом полуострове. Но, кстати, на самом полуострове таких очень мало. Ну, слово «аннексия» – это, значит, из инструментария наших зарубежных коллег. Я думаю, что большинство населения Крыма – это, в общем-то, далеко не секрет для этих же самых западных коллег, вовсе не считает произошедшей в 2014 году аннексии. Комментарии дают и сами зарубежные журналисты и используют российских политологов, конечно, либеральные направленности. В частности, Монт цитирует политолога Георгия Сатарова, который, кстати, был одним из составителей Конституции 1993 года. Вот, он, значит, высмеял этот проект, сказал, что он колеблется между чем-то странным, смешным и пугающим. В частности,
частности, в эту категорию попадают положения, запрещающие любые высказывания о целостности государства, передает журналист. Ну почему же это интересно? Если в Конституции написано, что государство является неделимым и целостным, что в этом плохого-то? Другие комментаторы, пишут французский журналист, усматривают в последних поправках способ привлечь избирателей и побудить их мобилизацию во время голосования. Вот. С этой целью еще одна президентская поправка предлагает закрепить в Конституции пункт о том, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. На данный момент опросы показывают, что граждане России на самом деле не вполне понимают цели и задачи этой конституционной реформы, отмечает Бенуа Виткин, ну и говорит, что, естественно, все покажет будущее. Действительно, вопросов много. Ну, например, мне нравится пункт 1 и 15, а пункт 6 и 17 не нравится. Мы же будем голосовать за все поправки сразу. Мы в «Комсомолке» обязательно посвятим этому много материалов. Выпустим отдельным приложением все поправки, которые представлены президентом и другими группами, чтобы вы их почитали и смогли обсудить. Уж 22 апреля голосовать точно за то, что вы хотите.